Один танк остался. Говорю, один танк остался у нас в полку. У вас один танк остался? Да. А на чем вы воюете? На одном танке мы. Ну и пехота на бэтерях. Типа так говорит. Завтра говорит то же самое, только делимся на две группы. Два танка осталось, говорит, на две группы делимся. Один танк под ними бэтерами, один танк с другими. Все, мы танк сломали и без нас, короче, поехали туда пехота. И вот там уже что-то три двухсотых и... Ну, нормально так. Многовато трехсотых в тяжелом состоянии. Пипец, блядь. А сколько танков уделали у вас? Сейчас сколько было вообще заезжали? Заезжали, сколько у вас там танков было? В нашем полку было 10. То есть двигаться вам вперед не на чем? Не. Ну и слава богу, нахуй. Разберите его, нахуй, сдайте на металлолом. Или останетесь, блядь.